Настойчивые, привыкшие ставить цели и достигать их. Именно такими являются все те, кто решил пройти испытание комплекса ГТО. Ежегодно фестивали Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Заречном проходят массово. Традиционно активное участие принимают муниципальные учреждения и образовательные организации. В числе самых активных – представители горэлектросети, комбината благоустройства, департамента социального развития, полиции и войсковой части. От взрослых не отстают и школьники. Март – финальный месяц, когда ребята 16-17 лет могут сдать оставшиеся нормативы. Некоторые тесты сдавать легко, а к некоторым нужно готовиться заранее. ГТО сдавал я неоднократно раз, но провалил дистанцию 3 километра, поскольку бег для меня является наитруднейшей дистанцией, и мне приходилось работать, каждый день выходил бегать. Сначала не получалось, были мысли бросить все, потом приходил домой, обдумывал все, говорил отцу, он поддерживал меня, семья меня поддерживала. И с каждым разом все лучше и лучше. Сегодня я пришел сдавать ГТО. Я пришел, знал, что у меня все получится, и у меня получилось. ГТО дает мне не только шанс проверить себя, но и баллы для поступления. Школьники пятой ступени должны сдать 9 нормативов для получения золотого значка. 4 обязательных испытания и 5 по выбору. Очень большая просьба. Если вдруг вы сдали все нормативы ГТО, но вы не посмотрели в своем личном кабинете, и у вас нет уверенности, все ли хорошо, обязательно зайдите к себе в личный кабинет и посмотрите. Внизу должна быть, под всеми строками, должна быть надпись, что знак присвоен, золото. В том случае, если ребята не могут зайти в личный кабинет, по всем вопросам они могут обратиться в муниципальный центр тестирования по телефону 60 72 30. У школьников нашего города осталось всего 2 недели, чтобы сдать все нормативы. Каждый может пройти недостающие тесты в индивидуальном порядке. Золотой значок ГТО позволяет ребятам не только следить за своим физическим развитием, но и помогает набрать дополнительные баллы для поступления в вузы. Мы вас всех ждем в муниципальном центре тестирования. Приходите сдавать ГТО, потому как это является не только возможностью получить дополнительные баллы, но это уникальная возможность оценить свою физическую форму во всероссийском масштабе.